Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы находимся с вами в районе аквапарка. Вы просили показать вам этот район. И сегодня я хочу вам показать несколько улиц, друзья. Улицы действительно хорошие, и даже администрации города стоит равняться на все эти улицы, которые я сегодня покажу в ролике. Сейчас мы находимся на улице Сурожской. Насколько, друзья, мне известно, люди, которые здесь живут, они сами сделали улицы без помощи администрации. Поэтому интересно посмотреть, что у них получилось. Как они, возможно, мы встретим каких-то жильцов, которые здесь именно проживают, постоянно спросим у них, как им удалось добиться такого результата, потому что, друзья, мы сейчас пройдемся и будем как будто не в Судаке находиться. Такого еще точно не видели, если здесь никогда не отдыхали. Сейчас знаю, что многие напишут в комментариях, ну у них же гостиницы, они же сдают жилье, пусть вкладываются в свою улицу. Ну, друзья, действительно это так, но у нас весь Судак сдают жилье, друзья, никто в свои улицы так не вкладывается. Взять же, например, улица Генерала Березова, улица Спиндиара, улица Юго-Запада. Там тоже элитное жилье, друзья, на этих улицах, но улицы просто уничтожены, можно так сказать. Если хотите, в следующем ролике могу показать те улицы, которые только что назвал. Итак, друзья, улица Сурожская. Первое, что сразу бросается в глаза, когда попадаешь на эту улицу, что она вся выложена плиточкой, но не просто вот так ровно, а видите, вот под уклоном, потому что в Судаке бывают такие дни, когда идут сильные дожди, и вода по этому уклону быстро уйдет с этой улицы, не будет здесь задерживаться. Поэтому сразу видно, что они все продумали вплоть до мелочей. Но давайте пройдемся чуть дальше, посмотрим, что здесь еще есть интересного. Вот такие, друзья, здесь гостиницы. Возле каждой гостиницы есть своя клумба. Как видим, высажены разные цветы, разные деревья. В данном случае здесь высажены можжевельники, друзья. Давайте с этой стороны глянем, что люди пройдут. Смотрите, как сделали с этой стороны клумбы. Тоже здесь нет вокруг земли, они оставили просто клумбочки для деревьев. Я когда снимал эту улицу, я не помню, что тут были такие высокие деревья. Года 3-4 назад, друзья, вот они так повырастали. Это акация. Вот это, друзья, каштаны. Посмотрите, какие они уже большие. И улица действительно зеленая, красивая. Все-таки, конечно, не хватает зелени. Особенно это касается набережной, потому что там вообще у нас все печально с набережной, нет клумб, ничего. Смотрите, они поставили такие лежачие полицейские, чтобы машины здесь не гоняли. Потому что это курортная улица, здесь могут выбежать дети, и не нужно, чтобы здесь гоняли, друзья, вот так машины. Вот растет орех, у каждого смотрятся какие-то свои деревья интересные, цветы. Как видите, уже здесь много машин, друзья, отдыхающие приехали на отдых. Возможно, сейчас проспрашиваем отдыхающих, как им отдыхается в этом райончике. Но все, друзья, вот у кого-то сирень растет. Я не знаю, договаривались высаживать деревья, потому что у каждого дома, я смотрю, разные деревья. Здесь вот смотрите, как красиво, цветы, клумбы, все ухожено, вот вишня растет. Так, пойдемте дальше. Здесь что, у этого дома вот орехи. Но идешь, как будто чувствуешь действительно себя не в Судаке. Потому что для Судака такая улица, это нетипично. Чтобы она была тем более вся с плиточкой. И, друзья, это очень удобно после дождей, допустим, идти на море. Не по грязи, как на других улицах, а вот так, по плиточке. Эта плиточка идет прямо до самого моря. Мы сейчас будем выходить с другой стороны, по другой улице. Я вам покажу, куда мы выйдем. Всю дорогу. Так, друзья, смотрите. Здесь уже у людей растут вот такая куст розы. Большой жар, что мы не успели заставить цветение, когда она цвела. Здесь уже тоже отцветает. Но здесь, друзья, растут розы. Вот здесь вообще шикарно. Посмотрите, высадили кипарисы. Они же такие довольно приличного размера, как на набережной. Вот эту улицу нужно было назвать Кипарисовая аллея. Потому что здесь нет разных шаманчиков, таких кафешек, как на Кипарисовой Судаке. И выглядит все достойно, все красиво. Гостевой дом называется Альяна. Тоже, друзья, посмотрите, как они подошли к оформлению. Вот так свое название сделали. Здесь у них светильничек подсвечивается ночью. И вот такая красивая у них клумбочка. Скажите же, очень красиво смотрится. Здесь вот елочку посадили, тоже молодцы, розы возле дома. Улицы, друзья, действительно ухожены. Вот по таким улицам приятно прийти. Заметьте, еще не увидел на полу ни одной какой-то бумажки. Ни одной пустой бутылочки, чтобы здесь валялось. Видимо, у них есть уборщица, которая следит за порядком на этой улице. Но это не точно, есть или нету, друзья. Ну, так чисто в Судаке быть не может, если никто не убирает. Так, вот эту гостиницу я как-то снимал обзор на нее. Называется «Бунгало у Романа». Кто отдыхал, те должны быть в курсе.
Ну смотрите, здесь тоже высажены кипарисы, уже тоже огромные, они зеленые. Это вечно зеленое растение. Здесь тоже так сделали камнями, выложили, красиво все очень. Ну что, друзья, я могу только похвалить эти улицы, я не вижу здесь недостатка. Если вы знаете какие-нибудь минусы, если вы здесь отдыхали, пожалуйста, напишите о них обязательно. Потому что мне кажется, что это прям супер какая-то идеальная улица для отдыха в Судаке. Вот здесь вообще растет инжир. Плоды есть или нет? Или отдыхающие все сорвали уже? Нет, плодов, друзья, не вижу. Хотя у нас дома тоже растет инжир, там уже есть плоды. Вот, смотрите, кто-то высадил прям кактусы в своей гостинице. Круто, прикольно все сделано, все чисто. Можно только их похвалить. Вот пусть администрация города берет пример у этих улиц, потому что выглядят они действительно достойные. И после таких, друзья, улиц у гостей, которые приехали в наш город, действительно останется хорошее впечатление об отдыхе. Посмотрите, просто супер какая чистая улица, она чистее, чем наша набережная в разы, согласитесь. Кстати, я даже не увидел ни одной урны, но здесь чисто. Место для стоянки. Гостевой дом Адмирал. 40 метров места для стоянки у них. Вот оно. А вот так машины, походу, становятся, да. Где желтые штучки эти? Михалыч. Что там интересно? Гостевой дом Михалыч. Ух ты, что это так цветет интересно у нас. Смотрите. Тоже, наверное, какая-то акация. Знаете, люди, видите, люди сами договорились между собой, сделали себе вот такую шикарную улицу. Дружные все. Так, вот, нашел минус, друзья, первый. Бутылочка кока-колы пустая стоит. Никто не убрал. Так, идемте дальше. Так, я так понял, что не вся улица сделанная, а вот только, да, вот этой части. Дальше уже такой мягкий асфальт положили. Видимо, дальше уже люди не захотели сбрасываться. И поэтому у них там дальше уже такая улица идет. Но до этой части, друзья, просто идеальное место, посмотрите. Так, пойдемте дальше. Здесь уже тоже открылось много разных магазинчиков. Тут как центр города какой-то. Разные рыночки, продукты, напитки. В общем, друзья, все, что хотите, здесь тоже можете себе выбрать. Поставили клумбочки, но вот так они выглядят. Сейчас, друзья, мы подходим к ресторану-кафе Хорика. Вот она. Многие здесь питаются, многие про нее оставляют свои отзывы. Я тоже на днях снимал про нее видеоролик. Надеюсь, вы его все уже посмотрели. Мы с Марией там снимали, продегустировали. Мне лично там очень понравилось. Недорогие цены, вкусные блюда. В общем, можно себе позволить туда ходить, питаться ежедневно. Что, друзья, заходим на улицу Адмиральская. Вот вход в Хорику. Но мы пойдем дальше. Заходить сегодня не будем. Тоже хочется отметить, что выложено все плиточкой. Высажены растения. Все здесь цветет. Все очень красиво. Нет какой-то, друзья, навязчивой рекламы. По набережной идешь, либо по каким-то другим улицам. Сдаю жилье у всех на каждом заборе. И все здесь такого нету. Вот смотри, как здесь прикольно сделали. Написано «Добрый хозяин». Это гостевой дом «Добрый хозяин», наверное, называется. Я, кстати, видел эти розы в прошлом году, но название не видел. Смотрите. «Добрый хозяин». Розочки тоже подошли. С творчеством вот такие сделали из камней. Тоже, друзья, красиво все. Вот такие небольшой павильончик с овощами, с фруктами, с водичкой. Вот, мы увидели первую табличку, сдается жилье. Единственное, наверное, на этой улице. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где вы отдыхаете, на какой улице? На этой прям, Адмиральской, да? Как вам здесь? Расскажите свои впечатления. Хорошо, да. Почем номер снимаете? Ну, 2700. 2700, да. Это нормально. Все с всеми условиями, да? Все хорошо. Понятно. Все видно, все. Ладно, спасибо, хорошего отдыха.
догоняйте свою семью. Друзья, вот такой номер стоит 2700 со всеми удобствами здесь. Ну, за такую улицу я не против заплатить 2700. Если бы они, конечно, у меня были. Вот, друзья, такая гостиница. Кстати, смотрите, вот фонарные столбы поставили. Они свои поставили за свой счетик. И выглядят они тоже необычно. Не как у нас городские. Они невысокие, невысокие. Ночью нужно здесь пройти, как они светят, интересно. Ну, в общем, сами, друзья, все видите. Это совсем другой судак. Не тот, который привыкли многие из нас видеть, на который многие жалуются. Потому что здесь у меня нет никаких нареканий на такие улицы. В общем, одним словом, жильцы, которые это все сделали, просто молодцы. Выглядит все достойно. Вот тоже... Такие клумбы красивые у них. Посадили разные интересные штучки. Вот это похоже на этот. На барбарис. Ну не знаю, это он или нет, да, друзья? Это барбарис. Давайте одну ягодку сору, покажу вам, чтобы вы убедились. Вот. Вот так, друзья, растет у нас барбарис здесь. Только не обрывайте его. Он невкусный, когда растет. Вот, друзья, они поставили тоже разные горшочки с цветами. Я удивлен, как у них еще их не украли. Вот какое-то дерево прикольное. Это цветет красиво. Фиолетовыми такими цветочками. Граффити себе вот на заборах нарисовали. Жар птица. Дальше, если не ошибаюсь, сова должна быть. Сейчас пройдем, посмотрим. Да, друзья, вот так и живут люди в судаке. Вот, смотрите, какая стена. Большая стена гостиницы, но расписана просто очень красиво. Сейчас буду проходить, покажу вам. Машина проедет. Вот, друзья, сова нарисованная. Просто очень круто. Вот такие рисуночки поднимают настроение, когда идешь на море, видишь всю эту красоту. Здесь тоже высажены у каждого деревья. Розы, клумбы, цветочки, все это, друзья, есть. Ну, тоже какой-то граффити. Море, кораблик. Ну и сейчас покажу, куда мы уже выходим. Выходим мы прямо к стадиону, который находится за аквапарком. Ну все, друзья, выходим мы вот сюда, в эту часть улицы. Здесь тоже, посмотри, какое покрытие. Вы до моря идете практически все время по вот такой плитке. Здесь тоже, видите, ряд кипарисов высадили, они еще молодые. Но видно, что они принялись. Они в том году были намного поменьше. Сейчас уже выросли. Они их каждый вечер здесь поливают. Здесь также высадили розы. Представляете, когда кипарисы вырастут, как здесь будет очень... Красиво. Вот, друзья, там розы цветут, но машина нам не дает пройти и посмотреть на них. Надеюсь, вам все отсюда видно. Ладно, пойдемте дальше. Здесь уже начинаются такие более торговые ряды. Сейчас пойдут разные магазины, кафешки, шашлык. Вечером здесь вообще шашлычков жарят. Говорят, что вкусно. Мы придем с вами продегустируем. Вон есть столовая, друзья, там вообще цены, я думаю, небольшие, как во всех столовых. Здесь есть, друзья, супермаркет. Вот он прям по курсу находится. Вон чуть дальше, видите, вывеска. Столовая. Просто столовая. Ну и все, здесь уже прямиком вы идете к морю. Здесь можете по пути себе купить тапочки, маски надувные, круги и матрасы. В общем, все что угодно, что-нибудь покушать. Цен не вижу, к сожалению. Но идемте дальше. Мороженое, напитки, сувениры, друзья. Смотрите, сколько сувениров здесь. Можно приобрести себе домой.
Тут еще все боятся камеры, потому что здесь редко снимают. И вон, друзья, я уже впереди вижу аквапарк. Мы выйдем прямо к аквапарку. В общем, видите, торговый ряд сделан. Ну, кстати, друзья, торговый ряд сделан тоже аккуратно. Не разбросан, у всех один дизайн. Смотрите, у всех одна архитектура. И это действительно выглядит красиво. Чтобы у всех было вот так одинаковые павильончики. Согласитесь, что здесь делали все с умом. Вот, друзья, цены на шаурму. Царская 250, обычная 150. Кукурузка, друзья, 50 рублей вареная. Одежда нам не нужна. Здесь тоже разные картинки. Ладно, сейчас пойдем на море, выйду прям к пляжику к колхозному, друзья, и посмотрим, что у нас на пляже уже там творится. Выходим к пляжу колхозному. Посмотрим, что там у нас по количеству людей уже. Ну, прибавилось, нет? Привет! Вот, друзья, здесь можно покупить мороженца фреша. Махита? Коктейли молочные, свежевыжатые соки. Все самое вкусное, самое безалкогольное только здесь. И всегда свеженькое. Хорошо. А главное, не забывайте подписываться на канал. И ставьте лайки, и жмите колокольчик. И приезжайте сюда, мы вас ждем. Всем проеду, друзья, здесь можно попить фреши. Я, кстати, хочу попробовать фреш апельсиновый. Люблю апельсиновый и вишневый. Больше, конечно, вишневый, но здесь вишневого нету. Вишневый — это очень редкий вкус, поэтому будем искать, где попить вишенку. Но апельсин свежевыжатый тоже мне очень нравится. Посмотрите, друзья, сколько сегодня людей на набережной. Я думаю, наверное, на набережной пройдемся, чтобы вам показать действительно всю картину, что происходит на колхозном пляже. О, блин, как же нам спуститься? В какую сторону? Давайте спустимся сюда, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас реклама бананов. Ладно, пойдемте. Блин, друзья, но мне кажется, что людей прям очень значительно больше стало. Потому что вот здесь, как мне проходить к морю, ребятки? Двигайтесь. Смотрите, банан, полная посадка. Ну, почти полная. Смотрите, сколько людей, друзья. Я в шоке просто. Как в том году, наверное. Кто-то загорает, кто-то просто сидит, кто-то купается. Интересно, есть наши зрители или нету? Вот, друзья. Что здесь творится сегодня? Наши зрители уже там. В общем, друзья, сами видите, что творится у нас в Садаке. Смотрите, сейчас лежаки пройдем. Там народу вообще еще больше в два раза. Сейчас, может, встретим этих самочников, которые самосы продают. Расскажут нам какие-то стишки, я надеюсь. Блин, ну людей здесь действительно много. Мне кажется, уже с утра нужно выходить, чтобы занять себе местечко здесь. А там, друзья, вообще еще больше людей. Смотри, сколько в море купается. Сами видите, что творится в Судаке в конце июля. Это техническая зона от банана, поэтому здесь купаться якобы нельзя. Но зато вот здесь, где она заканчивается, много людей. Конечно, можно. Все, друзья, наши же подписчики приходят фотографироваться. Не стесняйтесь, подходите, но мы с вами движемся дальше. Идем дальше по пляжу, посмотрим, что у нас здесь творится. Чем дальше идем, тем больше народа. Я просто в шоке. Ну что, друзья, могу сказать, что действительно людей очень прям такие поприбавилось. Потому что дня ходили по пляжу, они были намного малолюднее, чем сегодня. Мячик катится. Здравствуйте. Откуда? Симферополя вы? Да. Как вам в Судаке? Офигенно. Так, а вы на сколько дней приехали? Ага. На неделю.
На неделю? Так, а где остановились тогда? Ботаническая. Даже не знаю такую. Почем жилье снимаете? Драконе, на драконе. 3,5. 3,5 в сутки? Да. Охо, прям это дорого. Мы посмотрели недавно и удивились, что мы чересчур дорого снимаем. 3,700 прям дорого. Ладно, хорошо. Как вам сейчас все-таки нравится все? Да, офигенно. Ну, вы сегодня первый год, наверное, приезжаете здесь из Симферополя? Первый. Первый? Не, ну мы постоянно приезжаем еще в Тако. Так, где еще порекомендуете отдыхать? Не знаю. Может, другие города ездили, какие-то больше понравились или нет? Раньше в Алуште отдыхали. Ну да. А так... Но в Алуште не прикольно особо. Сейчас нет, да. И в Новосвете. В Новосвете? Ладно, давайте хорошего вам отдыха. До свидания. Все, друзья, наши зрители уже все здесь, даже из Симферополя приезжают сюда. А крымчане знают, куда им ездить отдыхать. Все, друзья, даже крымчане едут сюда. Потому что сюда это топ. Чтоб вы понимали. Вот такое сегодня море. Температура моря плюс 25 градусов. Поэтому свободно можно закупаться. Температура комфортная, детям все нравится. И приезжайте к нам на отдых сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? Подписчики. Так, а вы сами откуда? Самары. Самары. Как вам в Судаке? Отлично. Благодаря вашим видео отлично. Так, тут ветер, ничего не слышно. Благодаря вашим видео отлично. Так, вы первый раз сюда это видео приехали, да, или как? Или же раньше отдыхали? Были. В прошлом году были. А потом понятно. Смотрели с ваших видео, еще приехали. Понятно. Так, а где вы остановились, на какой улице? Господи, Верчевный переулок. Я даже не знаю, где это опять. Так улицы называете? Верчевный, туда вверх, прям вот где крепость. Ну это далеко что-то вы, как вы сюда попали на этот пляж тогда? Ездите? Мы там жили раньше. Так, а почем номер снимаете, если не секрет? 2000, да? Но это нормальная цена. Со всеми удобствами в номере, да? Понятно. Ладно, хорошего вам отдыха. До свидания. Так, друзья, мы идем дальше. Люди снимают, аж где крепость, в уютном практически жилье, и приезжают сюда на колхозный пляж. Ну, друзья, это действительно пляж хороший. Здесь песочек. В море там не мелкая галька, а там дальше тоже в море песочек. В общем, здесь каждый найдет то, что ему нравится. Пляж оборудован вон раздевалками. Я вижу, даже спасательные круги повесили. Мало ли что может случиться. Ходят здесь тоже по пляжу спасатели, все контролируют. Ну да, друзья, я просто в шоке. Людей действительно очень много стало. Ну что, я думаю, пляж колхозный вам показал. Давайте теперь отправимся на пляж центральный. Вон туда. Посмотрим, что сегодня же на центральном пляже происходит. Мне кажется, там тоже будет не меньше людей, чем здесь. Пойдемте смотреть. Сергей, Надым. Как Ямал, вам все в Судаке? Рассказывайте. Шикарно. Нравится? Вы первый раз здесь или уже раньше отдыхали? Не, мы каждый год здесь. Каждый год здесь. Просто так. Вас все время смотрим. Понятно. Все смотрим, все смотрим. Так, смотрим, жилье смотрим. Где снимаете, рассказывайте. Ой, я не знаю. А улица не знаете? Нет. Ладно, почем номер снимаете? Цены, нам интересны цены. Две с половиной сутки. Две с половиной сутки, но это нормально еще. Нормально. Понятно. Ну ладно, давайте хорошего вам отдыха. Посмотрим. До свидания. Спасибо, что смотрите. Ну что, мы пришли на центральный пляж. Посмотрите, сколько сегодня здесь людей. Это максимальное количество людей, которое я видел в этом году на центральном пляже. Сейчас спустимся прямо к ним. Возможно, что-нибудь у них пораспрашиваем интересненькое. И поближе познакомимся с моими зрителями, самыми шикарными зрителями, которые приезжают к нам на отдых в Судак. Вот, друзья, такая заполняемость пляжа сегодня у нас. Ну, людей действительно поприбавилось в Судаке. Я не знаю, что творится в Ялте, там, наверное, вообще нету места на пляж. Давайте, друзья, на днях поедем в Ялту, что скажете? Едем или нет? Несмотря на то, что на пляже много людей, так посмотрите, в сторону Кипарисовой аллеи, там тоже очень много людей. На самой набережной много людей. Где они все живут, у меня вопрос. Давайте спустимся поближе. Сниму для вас отсюда. Чтобы видеть реальную картинку нам. Ну вот,
зашуганный вот такой, как бы, подвалы, так сказать. Даже так, что там за ссора, не мешать нам ролик снимать, отдыхающий. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Он самый. Так, а вас как зовут? Юля. Вы откуда? Из Подмосковья. Первый раз в Садаке или уже были? Первый раз, и стала смотреть за неделю до приезда, и сразу мне ваши видео выходили. Как вам Судак? Судак? Нам честный отзыв нужен. Неоднозначное впечатление. Очень много людей. А на Меганоме не были? Нет. Вот сидите на пляж Меганом, там вам понравится. Недалеко от Судака, с автостанции, автобус хоть 50 рублей стоит. Прямо на пляже возит. Там прикольно, мне понравится должно. Поэтому там людей поменьше намного, чем здесь. Море чистее и пляжик лучше. Поэтому Меганом рекомендую. Спасибо. Все, пожалуйста. Да, да, здесь. Посмотрите, сколько людей сегодня. Действительно, очень много. Поэтому все теперь едем на Меганом. Все мои подписчики ждут вас на пляже Меганом. Так, друзья, мне кажется, или сейчас пойдет дождь, а я очень хочу, чтобы пошел ливень какой-нибудь. Я люблю потому что дождливую погодку и поснимать этот дождик. Смотри, какое небо шикарнейшее, просто. Отдыхающие, я смотрю, уже по чуть-чуть начинают шевелиться. Некоторые будут собираться домой, потому что не хотят промокнуть под дождиком. И ветер поднялся. Ну что, друзья, вот такой получился видеоролик, надеюсь, он вам понравился. Вот такие шикарные есть улицы в Судаке, вот столько людей сегодня у нас на пляже, все вам успел, надеюсь, показать. Подпишитесь на канал, потому что ежедневно показываю вам Крым. Ну и все, всем пока, встретимся уже завтра в новом видео.